Вот это вот наш выход, это я брату Юрию говорю, и говорю Троценко, помощнику моему, вот, ну, а также девочке Лере, которая оформляет мои фильмы, и Сафронову, потому что самые старые фильмы, которые мы делали с ним, там уже есть и по 50 тысяч просмотров, и по 100, и по 200, то есть он тоже участник вот этих самых шоу. И вот то, что было шоу, смотрите, это было недавно, это было в мае месяце, ко мне приехали. Вот, весна задержалась, в мае еще было, этих еще листьев не было. И я как раз только собирался, и вдруг раз приезжает ко мне мужчина с мальчиками, да, по-моему, сыном, и говорит: научите плевать, а мне только дай повод. Я не знаю, кто меня снимал, вот она, эта съемка. Вот. Я плевал. Посмотрите, как выглядит черешня. А то я смотрю в наглую. Человек рассказывает про черешню, а я вижу перед собой по почкам вишню. То есть его самого надули, слово надули, не экстремистское. Ну, то есть его самого, видимо, случайно обманули. Так, и получилось так, что он, в свою очередь, показывает, как не надо работать с черешней, а в руках держит вишню. И вот здесь получается так. Вы уже видите, как выглядит черешневая ветка. Это так, по ходу. А главная цифра здесь 452 611 просмотров. Это за 7 месяцев. Ну, в общем, я единственное не могу понять, вот честно, искренне, хоть вокруг столько специалистов у меня, почему другой такой же может иметь 100 просмотров, 1000, 5000, но полмиллиона уже не никак. Вот. А нам надо выходить на другой уровень, потому что иначе садоводство не сдвинется с места. Вот. Вот это вот я пропускаю. Дело в том, что Сафронов, он у нас такой мужик, очень серьезный, вдумчивый. Он взял и затеял переписку. Один раз я показывал, но это было давно и не полностью. Он затеял переписку с главным абрикосоводом России. Вот. Видите? Вот она. И я просто беру на себя обязательство сделать отдельный фильм, потому что если каждый... Тут очень много такого, да? Вот. Очень... Тут очень много спорных результатов, а она все-таки специалистом считается. И мне бы очень-очень хотелось бы очень аккуратно, деликатно чуть-чуть подправить ее. Понимаете? Вот, чтобы она не писала про летнее сея на глубину 5-6 сантиметров. Никак мы не смогли с Сафроновым ее убедить, что не откажитесь в этот, пожалуйста, откажитесь. Вы можете сколько угодно сеять, вы потом списываете мертвые, множество мертвых деревьев на другие причины. Вот, видите, это будет отдельный фильм. Посмотрите, какие аккуратненько. Вот. Но сказать, что она права, я не могу согласиться. Я должен сказать, что это ошибка, которая приносит некоторый маленький вред стране. Вот, скажем так, видите, как приходится ерничать. Все, это я пропускаю все. Теперь так, смотрите, мы сейчас заканчиваем. Вот, может быть, еще вот это. Вот. Понимаете, как получилось? Где-то мы уже проходили. Вот я вспоминаю, брат Юрий. Смотреть его фото еще чего. Я профессионал, ученый-селекционер. Думаю, не стоит знать. Так вот, уважаемая то ли Ольга, то ли Наталья, я фамилию не называю. Я понять не могу. Или вы ученый, профессионал, тогда вы не имеете права писать, что не стоит знать. Как не стоит знать? Ведь понимаете, что это все? Как? Вот вы сказали, что это не вот там была как раз та самая фраза выдернутая. Помните? Про лженауку. Вот. Ну почему это-то не надо? Я же, знаете, последнее мое, я считаю, открытие. Вот. Как оно выглядит? Если я... Ну, это ладно, это все-таки третье поколение. Вот. Если я, вот это четвертое поколение, устойчивое, беру, какой бы так поярче бы фотографию,
поярче бы. А, ну, все-таки для меня совершенно творчество это все-таки академик. Вот. Так вот, если я вырастил 4-5 поколений академика, а у меня есть фотографии по годам. По годам. А, сейчас, 2016 год. Вот на этом я чувствую, что что-то я не доделал. Это очень важно. Ведь посмотрите. Нет, я все-таки. А вы знаете, у меня еще 12 минут законных. Итак, вот. Я надеюсь, что... И вот это пусть будет отдельный кусочек фильма. Юрий Владимирович, брат мой родной. Вот. Мы уже вот подходим, подходим, подходим. Понимаете, тут вопрос не только, что она не хочет знать. Вот. Главное это в этом, в этом, в этом, в этом. А, вот, смотрите. Конечно, выглядит она бледно. Конечно, может, ее надо оставить в покое. Но это же прочитали тысячи людей. И тысячи людей знают, что, помните слова, мошенничество и обман. А мне приходится хотя бы в узком кругу опраться. Смотрите. Она сама ничего не растила. Она пишет, цитату взяла. В результате, внимание, мы сейчас закончим. Исследование ложность теории вегетативной, да? Ложность. И вот, понимаете как, получилась странная вещь. Мне кажется, что где-то обязательно находится человек. Она-то не поняла, Ольга. Для нее ложь и все. Лженаука, видите? Она не поняла, что в то время люди писали иносказательно. Иносказательно. Знаете, что это такое? Читать надо между строк. Смотрите, Ольга, и смотрите все. В результате исследований ложно. Не теория вегетативной гибридизации была опровергнута. Внимание, вы поняли, если бы не было этого слова? Читаем. Мы эти интеллектуалы, нас Латинков назвал, все. Итак, в результате исследования теория вегетативной гибридизации была опровергнута. Все правильно. Наличие гибридизации не подтвердилось. Все правильно. Вегетативная гибридизация лженаука. Вот это она, это, причем с этих, получается, сколько это лет? 70-90 лет назад. Для нее истина была, родилась тогда. В то время, тогда бы уже, еще раньше бы она бы сказала, что была же другая истина, вы что, не помните? Вот. Что солнце вокруг Земли крутилось. И это проходили в древних университетах. Вот она такого же типа человек. Смотрите, внимание. Я когда прочитал это, ее Ольгу, они мне помогают своими вот этими самыми, вот видите, маленько соображать, в результате исследований ложность теории была опровергнута. Ложность была опровергнута. Это специально, это кто-то человек, который был среди тех, кто это самое гнобил науку, но он написал. Я не думаю, не может, вот смотрите, в результате исследования теория была опровергнута. Наличие не подтвердилось, все правильно. Но слово ложность говорит о том, что она истина. Посмотрите еще, я специально, ну вот как вам, вот сейчас у нас 51 минута. А, в принципе, мы уже почти закончили. Как сделать, чтобы вы могли еще раз прочитать? Я волнуюсь, это одно из моих находок величайших. Потому что вы видели уже этот самый, этот уже про намеки, этот уже про то, что взял в мой адрес три эти самые цитаты, мою пользу, да? Мол, нету никакой, это самое, вспоминайте, нету никакой селекционной, нету, в общем, я волнуюсь сейчас, вот. Селекционной теории нету, так, там, где почка, почки рознь, да? Но тут же все три этих, он мою пользу, вот. Он между строчек написал, я понял, он решил, что уже Железов не дурак, он поймет. А сказать в открытую не мог даже в 21 веке. Не мог. Что Железов прав, тогда все летит к черту. Летит к черту вся генетика. Если почка, почки рознь. Вот за что я это самое уважаю Ярославцева. Ведущего специалиста генетика. Зато его не уволили. А здесь так кто-то когда-то, 70 лет назад, взял и написал. В результате ложность теории была опровергнута. Ложность была опровергнута. А дальше все как положено правоверному ученому.
чтобы не сесть в тюрьму. Наличие вегетативной гибридизации не подтвердилось. Вегетативная гибридизация – лженаука. Я три раза повторил. Почему? Потому что не так просто, чтобы это дошло даже до всех. Я хочу, чтобы до всех дошло. И, наконец, так как у меня осталось целых 7 минут, я все делаю честно. Я захожу, ну, например, сейчас. Это если все-таки кто-то Ольгу или Наталью, я же фамилию не называю, у нас миллионы Олег, миллионы Наталик. Поэтому я что делаю? Я беру и, внимание, внимание, абрикос. Я беру, а вдруг им, они увидят это. Вот. Для начала абрикос Фаина. Полностью я про него уже никогда не рассказывал, да? Вот. Слушай, это что такое? Не помню. Не удается открыть. Значит, что-то важное было. Ладно, абрикос Фаина. 2006 год. Сегодня 17 лет назад, да? Там дарам. Вот. Это уже просто коротко. Вегетативная гибридизация существует? Наука сказала да. Потом их повольняли и по тюрьмам. Генетики говорят нет. Я говорю, есть там в единственном экземпляре. Далее фото, в третий год, но уже без насекомых. Помните, я рассказывал, как насекомые атаковали вот эту фотографию? Далее. Уже это, уже без этого, год спустя. Вот. И дальше я уже не буду подробнее. Фаина изменилась полностью. Видите, как ее не узнать. Вот. Потом пошли... это потомки Фаины. Ветки начали поревать. Это еще похоже, да? Смотрите. Еще похоже. Хотя бы цвета немножко. Вот. Вот это вот из косточки. Это моя любимая девушка. Я дочкой называю Катя. Катя Кузнецова на момент свадьбы, она же, как называется, не редактор, создатель моего сайта. Вот она из косточки, вот она Фаина. Вот. А вот Фаина привитая уже другое дерево. Вот сам не поверил. Что такое сырой гибрид? Да еще тройной. А вот Елена Санна, я ее подводил, это уже на новом участке, там у меня их несколько, одна зацвела и заплодоносила. И что вы думаете? Да родная, я не узнал, родной отец. Вот. В Челябинске. Она оказалась вот такой. Видите? Все. Но это так, это не вся история, это только часть. История Фаины продолжается, друзья мои. Продолжается. А и мы теперь с вами еще заглянем обратно. Например. О. Сейчас я просто листаю. Сюда это, и вот видите, это 16-й год. А? Вот та фотография, которую я использовал как маточное дерево. Узнаете, сколько сайтов я украл? Вот эту. Ну, я запретил. Ну ладно, не украли, а случайно. Позычили. На Украине слово позычили. Во. Вот. Я уже не буду это вникать, как говорится. Каждая имеет свою историю. Когда-то расскажу. Когда-то. Поверите, что это как... Ой, все, не буду. А то я сейчас как начну рассказывать. Королевский. Это 16-й год, потому что... Ну, потому. Сейчас закончим. Черный абрикос. Дар небес, первая фотография. Мелкий был, красный, потом полностью изменился. Вот видите, как меняется. Все, друзья. У нас и время истекло, 3 минуты осталось. Короче, все, что вы видели, вот, существует в единственном экземпляре. Вот. А это дает возможность
молодыми растениями, с расшатанной наследственностью, иметь все вот это в виде чего? В виде сказок. А вот он, Турсун Доскобилов. Его не проведешь. Я говорю, мне все равно не все верят. Можно буду давать ваш телефон? Да, конечно, конечно, давайте. Вот так. Ну, что я скажу? Хотел анекдот рассказать, но теперь остерегаюсь. Ладно, закончили мы эту тему. Мы познакомились ненароком. А, и вот когда мы сидели с Эмми Санной, я возмущался, говорю, да они меня заклевали, как я могу не ответить? Они же меня грязью, они же это грязные слова даже использовали. Вот. А потом говорю, поговорили мы, я успокоился, я говорю, Эмми Санна, а ведь им благодарить же их надо. Ведь если бы не те фразы, я сам бы не знал многого. Они цитируют то, чего я не знал. Раз, они мне дают возможность приготовиться, осмыслить. И мы копаем еще глубже. Вот. Буквально последние недели, месяцы, вот, состоялось мое последнее открытие. Что? Ладно, первое поколение. Я сделал прививку. Допустим, первое поколение, да? Вот. Возьмем косточку, а она возьмет и вернет его действительно в тот самый первобытный вид. И они правы, говоря, что у железов пресноводного опыления там будут эти дикари и жардели. Они-то правы были бы. А второе поколение? Я что, не закрепил наследство? Да, изменились, но наследство закрепляется. Третье, четвертое, пятое. И... А теперь я отсюда косточку возьму, вон у меня в холодильнике лежат. И что будет? А? Пошла последняя минута. Не вернутся они после четвертого, пятого поколения, после наследия ментора, в дикое состояние. Просто отстали от жизни. Для них Железов никто, а у него они не вернутся. А у меня целая вот такая папка уже, где из косточек. Я уже 3 фильма снял, еще полпапки осталось, чтобы показать, что и сколько еще людей прислали в отчетах, что из косточки культурные выросли. И ни одного продикаря. Только единственный далматов, я сейчас закончу. Вот. Неожиданно я сижу в деревне, в нетопленной избе лег, прямо в валенках, все вместе снегу лег на кровать, устал. И в это время звонок. А что там, беру кнопку, нажимаю, говорю, Валера, говори на камеру, вдруг ты что-то скажешь ценно. Он начал рассказывать. Из моих косточек выросли и шедевры. И несколько были мелковаты, кисловаты. Вы думаете, я расстроился? Он когда тут же сказал, сколько они варенья, там, банок 3-литровых понаделали. Вы думаете, я расстроился, что на некоторых были кисловаты? Эй, ребята, и мелковаты. У него были, наоборот, еще крупнее моих. То есть, я бы косточка с плодов, а у него плоды получились крупнее моих. У него амур получился шедевром. Амур. И что? Вот это мое последнее открытие. Через несколько поколений наслоения ментора при определенных условиях, а я их перечислял, вот и сколько. Вот. Я бы вам, девочкам, продиктовал, но вы же не будете записывать. Вот. Я имею в виду те девочки, оппоненты. И получается, что возврата к дикости нету. Они и так имеют гены манжурца. Им не надо это возвращаться к дикости, чтобы выжить. Вот теперь все. 2 часа 1 минута. Ребята, спасибо, кто слышал. Вот. Хотя бы частично. Редко кто выдерживает 2-3 часа. Все, закончили. Вот. Все это теперь будет разрезано на кусочки и пойдет не только в YouTube, но и в Яндекс. А это значит, что некоторые из этих кусочков будет 1000 просмотров, а некоторые из этих 20-30 минутных кусочков будут иметь 100 000 просмотров. И глядишь, мы дело сдвинем. Вот. И такие абрикосы не будут погибать нигде, и в Москве не будут, где они любят погибать. Вот. И главное, что это касается и черешин, и абрикосов, пожалуйста, говорю оппонентам, не режьте деревья, ошибка страшная, не прорежайте крону, не делайте искусственный штамп ему изувеченный. У вас так сдвинется с места,
Посадите на холмы, ведь это только недавно начали использовать ученые холмы. Совсем недавно. Или как та фраза. Нет, теперь мы перейдем на подвоенные манжурцы. А перед этим так меня в лесном хозяйстве. На это все обиды из меня говорят. Ну, зато обошелся в этот раз без мата. Мне еще одна женщина отругала за то, что я пару раз вырвались такие грязные слова. Все, друзья, я сейчас перехожу там, где мы с вами переписываемся, вопросы-ответы, и делаю 5-минутный перерыв.